США почтили память жертв терактов, совершенных 11 сентября 2001 года. Президент США Джо Байден выступил перед военнослужащими на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, где его самолет сделал остановку по пути из Вьетнама в Вашингтон. Байден призвал американцев к единству. Let us remember who we are as a nation. We never forget. We're never afraid. We endure. We overcome. Первая леди США Джилл Байден возложила венок к мемориалу, расположенному к юго-западу от Пентагона. Вице-президент Камала Харрис и другие официальные лица присоединились к семьям погибших у мемориала 11 сентября в Нью-Йорке. 22 года назад террористы Аль-Каиды захватили 3 пассажирских самолета и врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. 4-й самолет упал в Пенсильвании после того, как пассажиры оказали сопротивление угонщикам. Теракты унесли жизни почти 3000 человек.